Обещал этот дописал, в прошлый раз спел. Значит, извините, я тоже про войну. Значит. И даже не про войну, а про древнейший род войск. Это всегда пехота. А нам, как хотите, вот честно говорю, я вам не вру и не боюсь, что меня побьют десантники или морпехи, значит, какие-то. Я потом уже был в Ногинске на фестивале там. Странное название было, военная площадка, Союз десантников России и Московский комсомолец. Значит, там все это дело организовывал. Одни десантники. А я не выдержал же, ну, когда, одни десантники. И вот со мной спорят, десантники-разведчики все. И я, извините, тут дети, но я скажу, там слово-то нормальное. Я говорю, если все в Афганистане были десантники-разведчики, так как же мы так просрали Афганистан, а потом весь Советский Союз, господа, значит. Там, а то никто, кроме нас, ну, согласен, только не сказано никто и никого. Ну, неважно. А вот я, поскольку сам крыса сухопутная, ну, приходилось прыгать, не нравится мне прыгать с парашютом, ну, как бы не рожден я птицей, я вот по земле вот больше. И космонавтом быть никогда не хотел на самом деле, потому что когда Гагарин полетел, радовался за страну сам. Ну, не изучена земля совсем. И где придется воевать, в каких условиях, неизвестно. И только пехота, вечная пехота, значит, царица полей, воюет везде, где прикажут. И в любую погоду, и где-то. Так что вот, как бы она ни называлась, это просто техническое обеспечение с корабли, самолеты. Ну вот, сейчас называется мотопехота. Войну отечественную стрелковые роты, полки и дивизии. Стрелковые. На лошадях, на подводах, может быть, на каких-то там грузовичках, на чем-то. А в основном ножками по грязи, по болотам. Гордо нас зовут мотопехота. Здесь это словесная игра. Мотом и в горах до поворота, а за поворотом пехтура. Эх, пехота, матушка пехота, черт побрал бы этот поворот. В горы шли, была почти что рота, в горы спустились, стал почти что взвод. Где тот камень, что тебя обманет? Где карниз, который подведет? Кто тебя на родине помянет? И какие песни пропоет? Эх, пехота, матушка пехота, тяжелые погоны на плечах, в бой идем, как будто на работу, а с работы едем в цинкачах. В бой идем, как будто на работу, а с работы едем в цинкачах. Корабли, а может, самолеты, куда надо, высадят десант. Если только летная погода, если не бушует океан. А пехоте, матушка пехота, на бураны, штормы наплевать. Для пехоты нет плохой погоды, всякая погода благодать, ядрёна мать. Для пехоты нет плохой погоды, всякая погода благодать. Так давайте выпьем за пехоту, гордую владычицу полей, за ее нелегкую работу, за ее стальных мотоконей. За ее нелегкую работу, за ее стальных мотоконей. Но, как всегда, выпить не получается, потому что БМП взревели по тревоге. Эх, опять вся водка по усам, кто-то там нуждается в подмоге. Но мотопехота по газам, кто-то там нуждается в подмоге. Но мотопехота по газам. Гордо нас зовут мотопехота, здесь это словесная игра. Мотом и в горах до поворота, а за поворотом пехтура. Мотом и в горах до поворота, а за поворотом пехтура. Так слава пехоте!
В тоже привет. Сегодня... Спасибо. Сегодня вот у меня нет сегодня праздника. Значит, это приказом кого-то праздники в 50-м году. Извините, Виктор Дмитриевич. У нас спецназ не в 50-м году. Батя мой, ВДВ и спецназ, разведывательное подразделение. В 41-м, я рассказывал, да? Первый был бой выброшен в Вязьминский котел, где полгода провоевал. Вязьминский, мало кто знает, никто не будет читать о трагедии Вяземского котла, о генерале, который застрелился, жену свою застрелил, чтобы не попасть нем Ефремов, да, генерал-лейтенант, не попасть. Десант, он командовал разведподразделением. Из 28 дугласов только 8 дошли, и бать в том числе. Из 50, у него было 15 человек, а 50 десантников стрелковых, с автоматами, не осталось почти никого, так что группа была развалена, но он прорвался. Так что, а десант ВДВ тогда никто не вспоминает, он приказом в 45-м, это Маргелов, извините, ребята. Воздушно-десантные войска, да, как рот войск отдельный, в 45-м году, старанием дяди Васи. Но в 41-м они еще были причислены к ВВС, кто знает историю. И ВВС для разведки диверсионных действий врага малыми группами. Но это уже другое. Значит, это мы про пехоту. Всегда была пехота. Я говорю про другое. Если есть у нас спецназ настоящий в России, такой же, как в Российской империи, в 1825 году вместе с образованием Академии Генерального штаба, я не знаю, не то Куропаткин, по-моему, у меня есть документы, кто там из генералов, забытых, настоял на том, чтобы в составе этой самой академии был создан разведывательный факультет, куда и входили специальные подразделения спецназа. Это мы его звали, вот кто знает, большой брат. Не указы никаких... У меня мать была капитаном ГРУ, отец у меня был полковник ГРУ, дядька мой полковник ГРУ заканчивал эту академию с кортиком, то есть который был там. Сейчас нет никого в живых. Сейчас нет. Вот, да. Вот и ДШБ, десантно-штурмовая бригада, подчинение ГРУ у нас все. Морпехи тоже. Тоже спецназ, но он не приказом, он там Василевский или кто-то в 50-м году. Пластуны, ребята, это кто? Разведка, да? Силовая разведка, как у нас, да? Диверсионная разведка. Казачьи подразделения. Есть у меня учебник, давно мне подарили, нашли где-то на чердаке, поскольку никому не интересно, мне отдали. А мне интересно. Пособие для выпускных экзаменов школы прапорщик 1915 года. 1915. Почему прапорщики? Уже 14 год война. Потому что донесение немцев и наших, российской армии в кадровых, в голубой кровь офицеров, несла большие потери, их убивали снайперы. Потому что почитаете Пикуля, по-моему, «Дьявольская сила» или как называется, там донесение с фронта. Русская армия несет большие потери в офицерском составе, потому что эти русские офицеры в начищенных сапогах с папироской в зубах идут впереди родов батальонов, немецкие снайпера их выбивают в первую очередь. Пришло время разночинцев, прапорщиков и пособие для них. О, ну, товарищ полковник, рад приветствовать. Вот в нашем полку, вот там... Ладно, они, может, не... Вот они и пришли, у кого праздник, но он будет 5 ноября. И еще там. Нет, ему дороже, ведь. Дороже. Ты чего? Читаешь, кто когда распорядился? Нет, это история запредел. 1825 год. Создание Академии Генерального штаба, и при нем, по-моему, Куропаткин настоял на образовании разведывательного факультета. Так вот, там есть разведка, пластуны, спецназ, да, в этом учебнике. 15-го года выпуск. Там есть ракетные войска. А самое потрясающее там, что есть указ его императорского величества о призыве на воинскую службу. Это много лет, я много лет, много раз предлагал в разные военные и невоенные, только одно. Нет, давайте целый учебник. Нет, ни у кого не оказалось, у военных нет. Я говорю, давайте, вот опубликуйте. Вот приказ его императорского величества, а вот нынешний приказ о призыве, о воинской повинности. Тут не надо, надо читать просто уметь. И вопрос, где было лучше в армии служить, и так сказать, демократичнее и правильнее, отпадет сам собой. Читать надо, господа, просто. Там одно приведу. Старшего сына в армию, хоть 20 сыновей, старшего сына в армию не забирать. Не забирать.
А почему? А кто будет отцовское дело? Сапоги точать, шинели? Кто будет бизнес этот поддерживать на Руси? Кто будет хлеб выпекать для солдат? Кто для фронта будет шинели шить? Старший сын, не молодняк вот такой вот. Старшего не забирать. И много-много еще чего-нибудь такое. Афганистан вы знаете. И я знаю. Диссертацию. Не диссертацию, научную. Писал председателю, кто там, Крючкову. Писал. Да, сейчас. Вот у нас Юра не любит историю. Упрямых фактов нет, но не важно. Песни, историю, пожалуйста, историю. Я спою старый вариант. Тот, который мне продиктовал и напел один генерал-майор, который генерал-майором был в 17-м году, а в 37-м был арестован, посажен, в 42-м году в звании рядового штрафную роту, разведроту, которым командовал мой отец. Этот генерал был у меня на свадьбе, исключительный. Фамилия Федоров, я скажу. Тоже большой брат он, значит, из этого оттуда. Так вот, эту песню слушал от него. Потом я немножко, чуть-чуть. Ну, а потом сказали, ездили всякие, Жанна Бичевский эту песню первый рассказывал. Но я спою. Так, между прочим, воевать Россия начала не в 14-м году, а в 13-м. Мы воевали, добивали в крепостях персов, турок там, на Балканах. Так что война плавно перетекла в Первую мировую, а мы, да, братский долг выполняли. Это в истории есть. 13-й год, корпус русский воюет на Балканах. Опрокинулась зорька, залез словно канула, понадвинулся небо, холодный сапфир. Может быть, и просил брат пощады у Каина, только нам не менять офицерский мундир. Может быть, и просил брат пощады у Каина, только нам не менять офицерский мундир. Притаилась речка под низкими тучами, задышала тревогою черная гать. Ни письма написать не представилось случая, чтоб проститься с тобой да добра пожелать. Мне письма написать не представилось случая, чтоб проститься с тобой да добра пожелать. А на той стороне басурманский редут только тронь, а ну, разорвет тишину пулеметная смерть. Мы в безглазую ночь перейдем на ту сторону, чтоб в короткой атаке себе не жалеть. Мы в безглазую ночь перейдем на ту сторону, чтоб в короткой атаке себе не жалеть. И присяга верней, и молитва навязчивей, когда бой неизбежен и чуда не жди. Ты холодным свинцой, мое сердце горячее, не жалея мундира, разбей, остуди. Ты холодным штыком, мое сердце горячее, не жалея мундира, разбей, остуди. Растревожится зорька пальбою да стонами, опрокинется навзничь вчерашний корнет. На убитом шинель с золотыми погонами дорогое сукно скроет сабельный след. На убитом шинель с золотыми погонами дорогое сукно скроет сабельный след.
И простит меня все, что я кровью испачкаю. И простят меня те, ком пока еще память крепка. И скатится слеза на мою фотографию, и закроет альбом, дорогая рука. И скатится слеза на мою фотографию, и закроет альбом, дорогая рука. А пока притаилась рука под низкими тучами, задышала тревожная черная гась. Мне письма написать не представилось случая, чтоб проститься с тобой и добра пожелать. Мне письма написать не представилось случая, чтоб проститься с тобой да добра пожелать. Спасибо. Возвращаемся к Афганистану. Никуда не денешься. Как от любви от этого Афганистана. А почему? А вот потому. Сейчас пою. Один момент. Ну ладно, так спою. Время, доктор, время лечит раны. Но признаюсь вам, мои друзья, по Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. 30 лет погоны капитана, автомат, надежные друзья. По Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. Каменные Будды Бамиана, на Хайберах алая заря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. Там бредут горами караваны, а в долинах рис и конопля. По Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. Видел я потом другие страны, уплывал за синие моря. Но по Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. Да, конечно, время лечит раны, но открою тайны не тая. По Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. Спасибо. Спасибо. Отсюда делаю вывод, что все скучают, и не только ветераны. По Сирии пока поздно скучать, там еще не поздно, но Афганистан, да. Еще раз просто хочу повторить, что да, там великие события, но не забывайте, мы закончили войну в 89-м, а вот то, что наступило в 91-м, все знают что. Это прямое следствие Афганистана. И экономические потери огромные. И когда мне сейчас рассказывают, да все за счет Министерства обороны. Ребята, в Афганистане около 2 миллионов в сутки войны наша стоила, в Афганистане.
делайте выводы. А сейчас говорят, ну это где-то впереди миллион рублей. Нынешних-то, те были полновесные советские, а это современная война обойдется дорого. Помогать, конечно, надо, но сдается мне, что надо сначала внутри страны разобраться. Вот уж простите там, с тем, что происходит здесь. Террористов надо ловить и уничтожать тут. Если... Пушное мясо. Пушное мясо у нас... Кто? Ау. Пой, да. Ну, извините, наш с кем поделиться? 3 месяца, 90 этих дней. 1 к 3. Это... Ладно, теперь там же про горы. Вот лучше всех горы я видел, а вертолетчики видели каждый день. Опять возвращаясь вертолетчикам. И не только, все вертолетчики. «Горы в белом снегу» называется эта песня. Вот еще раз скажу, почему это год. Ну, вот как-то все это связано в жизни. Так мне кажется, вот смотришь на эти горы, и как-то вот смешно, кажется, я покорил гору. Ты чего? Ей миллионы, миллиарды лет. Ты кто покорил-то? Ну, еще раз приведу пример, может, некорректный. Забрался муравей на слона, и говорит, я покорил слона. Ну, поэтому горы впечатляют больше всего. Они безучастно все глядят, и они такое увидели, что нам даже на ум не приходит, поэтому... Ну вот мы были бадахшанские, не только бадахшанские все. Какой вид, да? И зимой, и который вечными снегами покрыта, блистает огнем там. Долина бадахшанская, Файзабад, а вокруг-то горы, предгорье Памира. Значит, такая песня. И нет, это я почти позабыл те бои и походы. Только вот почему-то забыть не могу, как стоят, подпирая небесные своды, горы в белом снегу, горы в белом снегу, как стоят, подпирая небесные своды, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Мы карабкались ввысь, как на исповедь к Богу, не прощая грехов ни себе, ни врагу, и взирали на нас молчаливо и строго. Горы в белом снегу, горы в белом снегу, и взирали на нас молчаливо и строго. Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Этот снег, что веками лежал на вершинах, где ни троп не сыскать, ни проезжих дорог, покорился ни танком, ни бронемашинам, только стертым подошвам солдатских сапог. Недоступен ни танком, ни бронемашинам, только стертым подошвам солдатских сапог. И тогда запылали огнем перевалы, и от взрывов трещала броня ледников, и в жестоких боях нам земли не хватало, в этом море огня и холодных снегов, и в жестоких боях нам земли не хватало, в этом море огня и холодных снегов. Потом я ходил по морям и по сушам, и в другой стороне, на чужом берегу, вспоминал почему-то хребты Гиндукуша. Горы в белом снегу, горы в белом снегу, вспоминал почему-то хребты Гиндукуша. Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Там в больших городах
Плещет море людское от потока машин. Нескончаемый гул, но закрою глаза, и встают предо мною горы в белом снегу, горы в белом снегу. Но закрою глаза, и встают предо мною горы в белом снегу, горы в белом снегу. Горы в море небес, как великое чудо, словно в пене волна замерла на бегу. И покуда я жив, никогда не забуду горы в белом снегу, горы в белом снегу. И покуда я жив, никогда не забуду Бадахшанские горы в снегу, в белом снегу. Спасибо. У всякой войны есть последствия, мы там, находясь на войне, все ждут, когда это закончится все. Но, к сожалению, Россия не заканчивается никогда, такая участь. И в 19-м, в 20-м, в 21-м. Много врагов. Кто бы отказался отхватить кусок от 1/6 части мира, и это понятно. И согласен со всеми, что есть такая профессия, замечательная, родину защищать. С методами, может быть, не согласен. А тогда надо за свой дом сражаться. Но и не ждать никакой благодарности ни от кого. Поэтому эта песня такая. Я же говорю, я же не пишу там о что-то, я пишу о состоянии души. Это вот как попасть на Марс когда-нибудь. Вот, ё-моё, вокруг просто свои уже, кто с тобой прилетел. А вроде что-то не то. Обстановка не та. Нет живых никого, ни хрена. Так что вот... Остывает в горах грязно-серая осень и грозится снегами седой горизонт. Мы уже ни наград, ни признанья не просим. Мы уже нахлебались заморских щедрот. Мы уже отболели холерою страха. Мы уже не считаем контузий и ран. На изъеденных потом солдатских рубахах ставит бурые метки страна мусульман. На изъеденных потом солдатских рубахах ставит бурые метки страна мусульман. Где-то там далеко, где родные просторы, где бескрайние леса и бескрайние поля, здесь в чужой стороне лишь пустыни да горы. Не такой небосвод, не такая земля, здесь в чужой стороне лишь пустыни да горы. Не такой небосвод, не такая земля. Может, кто-нибудь нас проклянет и осудит, мол, и пот наша кровь были пролиты зря. Только Родина нас никогда не забудет. Мы живые и павшие ей сыновья. Только Родина нас никогда не забудет. Мы живые и павшие ей сыновья. Здесь сердцами встречая свинцовую вьюгу, мы узнали почем и вода, и слеза. Протяни мне, собрат, уцелевшую руку. Мы открыто посмотрим друг другу в глаза. Протяни мне, собрат, уцелевшую руку. Мы открыто посмотрим
друг другу глаза. Остывает в горах грязно-серая осень и грозится снегами седой горизонт. Мы уже ни наград, ни признанья не просим. Мы давно нахлебались афганских щедрот. Мы уже ни наград, ни признанья не просим. Мы уже нахлебались заморских щедрот. Добавлю только пару слов. Если мы все политические ошибки, то даже при Брежневе. Мы же по приказу того, кто эти ошибки на самом деле совершил, надо расстреливать. Еще Ленин говорил, ставь их к стенке, команде. Но они все живы, процветают, и дети их тоже. И такие же политические ошибки, и Чечня будет, и потом, и будет так же, когда-нибудь новая власть придет, скажет, что и Сирия будет, и весь земной шар, где воевали мы советники, а у нас нашими костями советников, чекистов, разведчиков, усеян весь земной шар русского солдата. И так что все, как говорил профессор, вот здесь вот зреет разруха-то, и не у нас. Вот. Так что, теперь вот эта песня давно просто не пел. Так и объяснение, вот Коля, помнишь, скала Сангемур, да? Она скала Орлов вообще-то. Там предание ходило о том, что когда-то там шахи с этой скалы сбрасывали своих неверных жен в речку Кокчу. Мы сбрасывали маленькие саперные удочки. Ну, это шашка 200-граммовая и граната. Малая саперная, большая побольше. Рыбу глушили, короче говоря. С той же самой скалы. Ну, мы же не изверги, мы только рыбу, жен не сбрасывали, женщин тоже. Мы рыбу, это на обед, кушать хочется. А солдат на бронетранспортере перегоряли речку Кокчу и вылавливали самодельными глушенными нами рыбу. А со скалы бросали. Гонит ветер, нет. Гонит ветер листву, как листки партитур. Горы замерли в траурном марше. Мы безмолвно стоим на скале Сангемур. Уцелевшие чествуем павших. Мы безмолвно стоим на скале Сангемур. Уцелевшие чествуем павших. Над скалой Сангемур разгулялись ветра. У подножия бесится речка. Нас 12 из рейда вернулось вчера. А троих приняла к себе вечность. Нас 12 из рейда вернулось вчера. А троих приняла к себе вечность. Разом скинулись к небу стволы АКС. Троекратно откликнулось эхо. И ушел в облака смертоносный свинец, предназначенный для человека. И ушел в облака смертоносный свинец, предназначенный для человека. Не вершители зла, не ловцы синекур. Мы твои одиссеи, отчизна. На скале Сангемур, на скале Сангемур, наша гордая горькая тризна. На скале Сангемур, на скале Сангемур, наша горькая, гордая тризна. Кто сказал, что Восток вековечен и мудр? Здесь хранилище истинной веры. На скале Сангемур, на скале Сангемур, только камень шершавый и серый. На скале Сангемур, на скале Сангемур,
треснули, как камень, шершавый и серый. Теперь, я не делал эту песню, это были стихи, как петь я не знаю, просто я стихи прочитаю, тоже афганский, конечно, цикл там большой, никуда не деться. Бога нет, он расстрелян в Герате из душманских винтовок в упор, когда кончился диск в автомате и беспомощно щелкнул затвор. Он лежал на граните распятый, сам себе дух и сын и отец, даже самой последней гранаты не оставив себе под конец. А враги, что поодаль собрались, все решиться никак и могли автомат с него снять. И боялись вынуть нож из застывшей руки. Духи жалости к павшим не знали, но сегодня, нарушив устав, постояли, табак пожевали и ушли, ничего не забрав. А тельняшку, залитую кровью, перед тем, как его схоронить, кто-то выстирал в речке с любовью, будто можно неверных любить. Можно, поэтому такая песня. И рай, можно. И слава женщинам, которые не делают различия какого-то цвета, какого вероисповедания. И они нас этим спасают. Махтуба – это имя. Это женское имя, Махтуба. И вот так. История, сразу скажу, не со мной. Не то, чтобы я жалел, но как-то вот... Ну, не со мной, честно говоря. Ну, я ее написал по просьбе друга моего замечательного Олега Ивановича Бурлева. Тот был полковником, работал где-то там в генеральном штабе. И когда выводили в 88 год, начал вывод, писали, что мы предатели, мы предаем афганский народ, что мы туда оккупанты. Журнал «Огонек», короче, ему и покойным ныне Гайдаром там писали все это. Он ей позвонил, Игорь говорит, ну вот что-нибудь напиши про афганцев. Вот мы же их бросили, вот мы действительно бросили. Мы их воспитали, научили, они были, половина была за нас, а потом мы их бросили. По каким политическим соображениям? Значит, я написал эту песню, у меня фолликулярная ангина была, я нахрипел ее, но тем не менее через радио Москвы ушло на 50 стран мира, значит, туда. А потом позвонил Лидичев, большой генерал из главпура, и там, не мог сказать, давно хотелось, и горжусь тем, что вот про афганскую девушку, женщину, я только свою песню написал все-таки. Вот она, имя Махтуба. Звали женщину ту Махтуба, да не женщина, просто девчонка. Как тростинка тонка и слаба, ты тащила меня по воронкам, а потом, разорвав паранжу, бинтовала горячие раны в кишлаке под названием Анжу на колонном пути Бадахшан. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Помню, родичи, стайку твоих, к руки тянущих, смуг, к небу тянущих смуглые руки. Ты сказала одно, шурави, и они отшатнулись в испуге. А потом полевой медсанбат и врачей утомленные лица. Я хрипел им, где мой автомат, а он не скоро теперь пригодится. Да не нервничай, все при тебе. Тут какая-то фея из сада принесла поутру в КПП пистолет, автомат и гранаты. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Вот и все,
я вернулся домой. Затянулись военные раны, только как-то связалась с судьбой та девчонка из Афганистана. Я не помню почти ее глаз, что запомнишь в бредовом тумане. Может, кто-то другой меня спас, а может, вычитал в старом романе. Вот только ветер поет Махтуба и куда-то зовет Махтуба. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Я пошел в ту атаку опять, вот только время не движется вспять. Еще одна песня из первых, которая была записана пластинка в 1987 году. Пластинки назывались «Четыре». Время выбрало нас. У меня было там... Ой, спасибо. У меня был там 7 песен. И вот одно я сейчас вам... Слушай, сень спою. Хотя я ее пел уже, вы слышите, но она как-то... По-моему, самая мирная из всех, что написано про Афганистан. Там... Опять же, женщине посвященные. Да? Более мирного ничего не бывает на войне. Да? Тихого, спокойного и надежного. Когда солнце за скалой зайдет в этой дальней чужой стороне, мне гитара опять запоет о далеких друзьях, о тебе. Мне гитара опять запоет о далеких друзьях, о тебе. Нам наш еще не зажегся рассвет, нам с тобою пока суждены расставания на 1000 лет и свидания в антрактах войны. Расставания на 1000 лет и свидания в антрактах войны. Пусть за мною плетется беда, ты не веришь, что спасения нет. Ты же помнишь, в трамваях всегда отрывал я счастливый билет. Ты же помнишь, в трамваях всегда отрывал я счастливый билет. Я по огненным тропам хожу, жгу подошвы своих сапогов. Сколько песен еще напишу и друзей обрету, и врагов. Сколько песен еще напишу и друзей обрету, и врагов. Что же к песне добавить еще? Если б кончилось все наконец, я б, конечно, тогда предпочел гриф гитары цевью АКС. Я б, конечно, тогда предпочел гриф гитары цевью АКС. Но опять наполняет приказ, мы шагаем навстречу судьбе. До свидания, я в следующий раз допою эту песню тебе. До свидания, я в следующий раз допою эту песню тебе. Спасибо. Песня разведчика. Значит, ну она всех судьба такая, но все разведчики, что там волей-неволей, на таких ситуациях каждый должен добывать информацию, иногда ценой собственной жизни. Ну и, в общем, ну, романтики никакой нету, а есть тяжелая ратная работа. Ты по кромке ледника шел, как по канату, рвали тело на куски скальные клыки. Разглядеть старался мир в прорезь автомата, и Аллаха самого цапал за грудки. Разглядеть старался мир в прорезь автомата, и Аллаха самого цапал за грудки. Зло ты сравнивал с добром на весах Фемиды, запах крови раздувал ноздри, как меха. От романтики дошел до слепой обиды и у смерти побывал в роли жениха. От романтики дошел до слепой обиды и у смерти побывал в роли жениха.
воду пил из рыков пригоршнями полными, и в желтушечном бреду материл весь свет. И накатывалась грусть ласковыми волнами, когда с почты получал тоненький конверт. И накатывалась грусть ласковыми волнами, когда с почты получал тоненький конверт. Ты столетия отмерял тропами овечьими, ты в обойму загонял сразу 30 судьб. Вот в умных книгах назовут буднями разведчика этот пройденный тобой невозможный путь. В умных книгах назовут буднями разведчика этот пройденный тобой невозможный путь. Ты в миру старался жить, как тебе завещано, на людскую суету не желал смотреть, но тебя не излечить ни вину, ни женщинам, ни работе, ни друзьям боль не одолеть. Но тебя не излечить ни вину, ни женщинам, ни работе, ни друзьям боль не одолеть. Вот так. Значит, еще одна песня. Ну, получая боевое задание, ни о чем не надо думать. Вот есть приказ и выполнять. Начнешь думать, сойдешь с ума. Сойдешь с ума, погибнешь, как на колонии. Опоздал, отстал, отстал, значит, погиб. Вот. То же самое. И судьба твоя неведома, она где-то начертана на каких-то скрижалях, где-то древних, каких-то отражений до самой смерти. Думать об этом не надо. Задумаешься, снайпер тебя раньше срока отправить на свет. Иди выполняй. Маршрут судьбы неизвестный. Вот и песня называется так. Маршрут судьбы. Посвящена спецназу. Любому спецназу, который был, какой есть. Значит, но если сегодня день спецназа, то я знаю, какому спецназу это посвящено. Ой. Чем их вообще делать? На востоке области туман, горы занавешены туманом, по горам плетется караван, нам с тобой идти за караваном. А пока на базе мы сидим, курим в ожидании командира, горький военторговский Памир, у подножья горного Памира, где на маршрутах судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршрутах судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Генералу вызван командир уточнять маршруты и задачи, а мы сидим, глядим на этот мир, где маршрут пока не обозначен. Вот такая, братцы, пастораль. На войне бывают пастораль. Занесло ребят в такую даль, где они от роду не бывали, где на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Вышел озадаченный комбат, увеличить требует БКшки, а орлам, что в воздухе кружат, с высоты он кажется букашкой. Орлы добычу стерегут, им орлам плевать на вертолеты, чьи турбины скоро заревут и поднимут в небо нашу роту. И на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы будут горы и мы, и никто ни за что не в ответе. И внизу раскинутся поля стеганым лоскутным одеялом, скудная, но все-таки земля лучше, чем снега за перевалом. Нас вертушки высадят, уйдут, прогудев натуженно винтами, и ребята.
ребята встанут на маршрут к точке где-то там под облаками. А на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. На востоке области туман, горы занавешены туманом. Спасибо. Спасибо. Да. Вот это 15 человек, она из двух частей. Это написано. Первая была написана в Афганистане, там, в Бадахшане. Где-то в каком году, в 83-м, по-моему, начала. А вторая, вот после 91-го года, когда вдруг стали призывать в армию, в Чечню, ветеранов афганской войны, и на переподготовку, и в Чечню. Ну, первая часть Афганистана. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Короток был приказ, куда еще короче. Нам топать предстоит почти что Пакистан. И выйдя на рубеж, к восходу этой ночи с оружием захватить, к восходу захватить с оружием караван. Нам комполка сказал, что будут нам награды и тем, кто не дожил, и тем, кто уцелел. А замполит сказал, вы справитесь, ребята, но почему-то сам идти не захотел. И вот четвертый час утюжим эти скалы, полночи позади, и главное успеть. А где-то там вдали, за синим перевалом, полсотни басмачей торопятся на смерть. Они заплатят нам за взорванные школы, за слезы матерей, за выжженный кишлак. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им поутру сыграем отходняк. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им поутру сыграем отходняк. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. 90. Девяносто пятый. Закончена война, да здравствует гражданка. Героем всех времен кого-то назовут. А ты, солдат, опять крути свою баранку и жди, когда тебя на бойню позовут. А те, что за тебя судили и рядили, кто за твоей спиной разваливал страну, заявят, там тебя напрасно не добили. Так вот тебе приказ на новую войну. Снова как тогда полезем мы по скалам, и снова как тогда попробуем успеть. А новый комполка получит генерала, а красный замполит успеет повелеть. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, и радуйся, что ты пока еще живой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, и радуйся, что ты пока еще живой. Спасибо за понимание, за ваши аплодисменты. Война – смерть. Никому не нужно. Люди друг другу не воюют. Ну, морду набьют друг другу, как в деревне, как на Таган, где я жил. Жестоко, до крови. Ну, выпьют, пойдут, сидят с утра опять братья, соседи там все. А так, чтобы кого-то еще... На войне никогда, ну, может быть, антироссийский и антигосударственный, не бывает войны без жертв среди мирного, ни в чем не повинного населения. Ну, в принципе, не было, когда и не будет. И рассказывать мне, например, сказки там с экрана телевизора не надо.
Такая философская песня. Вроде куда мы бежим? Там выясняется, бессмысленные цели хреновые, и зря силы потраченные. Куда бежать, зачем бежать? Я не из Сирии бежать, а не из Африки куда-то что-то, и не из России тем более. А просто вот, ну, понятная из песен. Называется песня «Погоня». У коня копыты сбитые, надо бы отдых дать коню. Небо хмурится сердито, значит, скоро быть дождю. Уходил я от погони, все патроны расстреляв. Подо мной менялись кони, скачки темп не удержав. Лишь скакун последний верный, на удачу молодцу. Рыжий гривый, как по нервам, ветер хлещет по лицу. Для чего такая спешка? Кто и чем тебе грозит? Будто шахматная пешка прорывается в ферзи. Будто шахматная пешка прорывается в ферзи. Сам собой недоволен, сам собой не в ладу. Ветер спины бьет и воет, на удачу или на беду. За каким таким богатством поманило, понесло. За коня отдал полцарства, остальное за седло. Я в завещанных пределах жить не мог и не хотел. Будто в том-то все и дело, что достойных нету дел. Но вас будто вспомнилась дорога, позабытая давно, где года ложатся строго по закону домино. Ну давай же, друг ушастный, поднажми и ободрись. Если в жизни все прекрасно, то какая ж это жизнь? Если все в душе спокойно, то зачем тебе душа? Если не бывает больно ни от слов, ни от ножа. Если не бывает больно ни от слов, ни от ножа. У коня копыта сбиты, надо бы отдых дать коню. Небо хмурится сердито, значит, скоро быть дождю. Для чего я погоняю быстроногого коня? От погони удираю, а выходит от себя. Спасибо. Так, вот. У меня был друг. У меня много было замечательных друзей. И был зам главного конструктора булавы, с которым я учился вместе. Мы по девушкам ходили, водку пили. В студенческом Бауманском институте мы одной специальности были. Звали его Тумаков Александр Васильевич. Умер как-то странно после того, как булава наконец полетела. Ну, неважно. Это пусть разбираются, если нужно. Но не вовремя он ушел. Сказали, что 2 недели сгорел от диабета. Ну, бывает. Второй был человек. Его не видно, не слышно было. Потому что лет 40 своей жизни Сергей Гордеев, старший прапорщик, ветеран ФСО, проработал в Кремле. Наследство его составило 1500 песен и 20 килограмм кассет. Он писал, он 46-го года рождения, он писал, начиная лет 12, все, что видел. Все, что видел, особенно старая Москва, 50-е, 60-е годы. И как чувствовал он, так и писал, честно и прямо. Половина где-то его архива большого. Нельзя, в принципе, не печатать, не делать. Он писал для себя просто. Вот когда он наш Юра приволок 20 килограмм кассет старых, еще на старых советских. А еще один наш друг, который цифрует все это дело, сидел 3 месяца, оцифровал все это дело. Было ясно, какое гигантское наследство по себе оставил человек. Был он крайне одарен. Ну, выезжать он был, на фестивалях кто-то его помнит. Он был на фестивалях, в ЦДЛе выступал, ездил в Башкирию, Сергей Гордеев. И у нас с ним... Ну, и когда я в Москве появлялся, и он был свободен от дежурства, от всех, мы у него сидели дома, пили водку, пели песни, разговаривали вообще о песне, о том, о сём. Много вот сейчас я, когда прослушал 2 недели все песни, все кассеты его, сидел там у себя в деревне, понял, что мы не сговаривались, хоть он старше на 6 лет, на 5, мы же все мыслили одинаково. Просто говорить он мог не все, да, поскольку до последнего служил в этой конторе, который... Но и знал он гораздо больше. Я просто хочу, не вдаваясь в песни, некоторые песни услышали, «Махновщина», да, «Гуляй поле», «Вольный край», да, а?
Вот, Махновщина. А у него все хождения по мукам. У него про Махновщину и про батьку Махно очень много написано. Причем правильно все написано. Мне вот брат мой нас в Германии прислал, недописанный, недоконченный или похищенный там. ЧК, воспоминания самого Махно, как он все это видел, со странным названием для нас, анархист-коммунист. Вот. Вот как называлось его движение «Гуляй-поле». Но по современным оценкам «Гуляй-поле» и было-то истинно демократической республикой практически вот сейчас. Вот как ни странно. А вот кто не знает, помните фильм «Хождение по мукам», да? Я Лёва Задов, со мной щит не надо, зиба вырву. Этот Лёва Задов имел 2 боевого ордена Красной Знамени. И был начальником 1-го отдела Одесской ЧК. Ну, потом сын у него был, воевал, там дочка у него была. Вот ездили к ней ребята из СОСа в 89-м году, рассказывали. То есть он был, он ходил за рубеж, ходил туда. Вот. Фамилия его была, конечно, кличка другая была у него. Вот много чего, чего мы не знаем и чего перевернуто. А это ведь наша история. Махно написал свои мемуары, но умер в нищете. От чахотки умер в подвале, где он снимал комнату в городе Париже. Была женщина, которая приходила, как за ним ухаживала. И были люди в штатском, которые пришли, уговорили его ехать в Россию. И он согласился. И потом его нашли мертвым. А чего умер, до сих пор неизвестно. И третья часть его, последняя часть, куда-то пропала. Интереснейшая вещь читать. У него простым крестьянским языком как бы написано. Правильно все, но так вот. Но неважно. Значит, я же про Сергея Гордеева, у него написано все точно. А вот его песня написана. Я думаю, написал он в 70-х годах. У него же не на какая он написал. Легкие. Поэтому я такие тяжелые песни петь не буду, а спою. Сегодня, значит, песню. На первый взгляд, она слишком простая и не очень. Называется «Рыжая девочка». Я так думаю, ну, определил, что это годы 70-е, значит, какие-то. Но вот он фиксировал то, что с ним в жизни происходило в песнях. Он стихи не писал, он все в песнях. Так вот такая, значит, песня. Просто представьте его. Мне очень хочется, чтобы побольше о нем рассказать, чтобы когда, наконец, может, выйдет, мы сделаем ему диски, чтобы вы заинтересовались. Я не хочу, чтобы он пропал среди мусора, который там присутствует в интернете, везде, среди этих вот непонятных каких-то авторов, каких-то исполнителей. Не пропал человек, который всю жизнь песни, у него и жизнь была, как песня, тяжелая, правда. Вот. Где-то в Америке девочка рыжая сморщит в улыбке веснущатый нос. Больше ее никогда не увижу я. Тех экскурсантов автобус увез. Больше ее никогда не увижу я. Тех экскурсантов автобус увез. Лето стояло сухое и жаркое. Стал их икарус у нашей реки. И я увидел глаза ее яркие, синие-синие, как васильки. И я увидел глаза ее яркие, синие-синие, как васильки. Эх, вы глаза голубые да скарим. Первой она завела разговор. Я свои песни играл на гитаре, ну а водитель чинил свой мотор. Я свои песни играл на гитаре, ну а водитель чинил свой мотор. Американочка в фирму одетая тоже напела мне песню свою. Только признаюсь, из песни из этой я понял лишь только одно «I love you». Только признаюсь, из песни из этой я понял я только одно «I love you». Вот бы пройтись не вместе по улице, чтобы мальчишки разинули рот. Только услышали мы, как волнуется сопровождающий экскурсовод. Только услышали мы, как волнуется сопровождающий экскурсовод. И на своем интуристском карте
Девочка рыжая тронулась в путь. Жаль, что вот так на шоссе и расстались мы. Как еще раз на нее мне взглянуть? Жаль, что вот так на шоссе и расстались мы. Как еще раз на нее мне взглянуть? Мы бы опять с ней гуляли по берегу нашей спокойной и чистой реки. Мне бы рассказала она про Америку, я бы нарвал ей в полях васильки. Мне бы рассказала она про Америку, я бы нарвал ей в полях васильки. Где-то в Америке девочка рыжая сморщит в улыбке веснущатый нос. Больше ее никогда не увижу я, то экскурсантку и Икарус увез. Больше ее никогда не увижу я, то экскурсантку и Икарус увез. И еще одну песню того же Сергея Гордеева. Но уже видите, значит, на телевизоре. Приворот, отворот, экстрасенс, еще кто-то, венцы безбрачия и прочая хрень. Но нас-то, мужиков, венцы безбрачия не касаются никак, нам все равно. Не пропадем с венцом и без венца. Иисус Христос же не пропал, а мы чего? Даже с Терновым. А дело другое. Но вот тут есть еще самолечение. У нас везде рядом самолечение. Знаешь, доктора там они... Гадалки всякие. Сам вылечусь, знаю, рецепт старинный есть. Ну и там отворожило, приворожило. Значит, при неудачной, в общем-то, попытке избавиться от любви, от которой нельзя избавиться. Она либо у тебя есть, либо у тебя ее нет. Сам ты... Значит, такой вот. Сейчас, момент. Вот оно. Попытка номер 2001 называется. Я проснулся утром рано, елки-палки, лес густой. Сделал из травы дурмана сногсшибательный настой. Зелье голову вскружило, и я так тебе скажу. Ты меня приворожил, и я себя разворожу. Ты меня приворожил, и я себя разворожу. Не хочу я жить, как прежде, убирайся с глаз долой. Пусть тщеславные надежды станут пеплом да золой. Пусть с ушей моих слетают пыль твоих волшебных чар. Оглянуться не заставит стройных ног твоих загар. Оглянуться не заставит стройных ног твоих загар. Появилась в сердце смелость, я смотрю в глаза твои. Я скажу все, что хотелось мне давным-давно сказать. Зря в мешке ты прячешь шило, все понятно и ежу. Ты меня приворожила, я себя разворожу. Ты меня приворожила, я себя разворожу. Так и знай, что штучки эти у тебя здесь не пройдут. Ты вон смеешься на портрете, ну а я тоскую тут. И от ревности страдаю, но к тебе не подойду. Ты с другим, я это знаю, так что я портрет снимаю со стены и в стол кладу. Только видно очень мало, я набрал травы лесной. И душа не забывала то, что было в той весной. Так что к черту это зелье, реки спять не повернешь. Завтра горькое похмелье, завтра горькое похмелье, очень горькое похмелье, и ты опять ко мне придешь. Значит, осень, грустная пора, и как ни пытался я чего-то там веселого, Ну, не веселится никак. Ну, сидишь у печки, пьешь там пиво, дровишку подбрасываешь. Ну, что, там то дождь, что... С одной стороны дождь, с другой снег у нас такой происходит. Только меланхолия, воспоминания. Ну, и песня про дождь. И про песню. У нас есть сад старинный, он сейчас зарос весь. Там была усадьба князей Ржевских. И до сих пор называют Барский сад его, хотя он запущенный и умирает. Нет хозяина, никому не нужно, все на выработку, но тем не менее. В нашем старом саду опадают рябины, рвутся нити дождя,
На оконном стекле осень празднует нынче свои октябрины, листопадом танцуя на мокрой земле. Осень празднует нынче свои октябрины, листопадом танцуя на мокрой земле. Отчего так тревожно и грустно щемяще пахнут ветки ракит у заснувшей реки, словно рыжий котенок, промокший, озябший, тычет носом холодным в ладони мои. Точно рыжий котенок, промокший, озябший, тычет носом холодным в ладони мои. И под шорох дождя совершенно случайно, против воли и чувства, в глубинах крови, по каким-то законам неясным и тайным, просыпается память о первой любви, по каким-то законам неясным и тайным, просыпается память о первой любви. В нашем старом саду опадают рябины, рвутся нити дождя на оконном стекле. Осень празднует нынче свои октябрины, листопадом танцуя по мокрой земле. Осень празднует нынче свои октябрины, листопадом танцуя по мокрой земле. Песня «Дальних дорог», как там? Нет, моя. Я Гордеев две. Не стал больше сразу. Это, да, это «Октябрь мои». Моя песня. Ну, тогда вот еще. Ну, грустная песня тогда. Если похлопли понравился, еще более грустная песня тогда. Тогда получите, значит. Серый дождь барабанит в окно, ты молчишь, поясок теребя. Ничего, я привыкший давно расставаться под шорох дождя. Ничего, я привыкший давно расставаться под шорох дождя. Я привык к уходящей любви, не виня никого, не кляня, и холодные губы твои не обманут, как прежде меня. И холодные губы твои не обманут, как прежде меня. Не обманет тепло этих рук, никакие слова не нужны. Просто холодно стало нам вдруг, просто долго еще до весны. Просто холодно стало нам вдруг, просто долго еще до весны. Ну, спасибо за то, что было, как заветный причал кораблю. Просто долго любить не могла, это я виноват, что люблю. Просто долго любить не могла, это я виноват, что люблю. Просто есть у любви горизонт, заглянуть за который нельзя. Вижу я, как раскрывший свой зонт, ты уходишь в завесу дождя. Вижу я, как закрывший свой зонт, ты уходишь в завесу дождя. И гляжу, прислонившись к окну,
сероглазому счастью во след. Желтый лист прилепился к стеклу уходящего лета, привет. Желтый лист прилепился к стеклу уходящего лета, привет. Спасибо. Ну и для контраста еще одна песня про душ. Это мирная песня, и та тоже, правда, мирная, но это такая. Нет, тот, этот, который сейчас поет, гораздо веселее он был. Никто ни от кого не уходил. Куда там был уйти? Ну, не он. Города, города. Никуда и не уйдешь, кругом враги. Дождь идет в горах Афгана. Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды. И дождю, подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды. И дождю, подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды. Дождь идет в горах Афгана, на колонны караваны, словно суры из Корана, строчки тянутся с небес. Дождь стучит по горным склонам, по машинам, по погонам, и шипит на раскаленном, утомленном МКС. Дождь стучит по горным склонам, по машинам, по погонам, и шипит на раскаленном, утомленном МКС. Дождь идет в горах Афгана, позабытый и желанный, память светлая о доме, дальнем доме и весне. И отплясывают рьяно два безусых капитана, два танкиста из Баглана на залатанной броне. И отплясывают рьяно два безусых капитана, два танкиста из Баглана на залатанной броне. Дождь идет в горах Афгана, пересохшим речкам манна. Он, конечно, не российский, не родной. Местный бог от взрыва злее, из созвездия Водолея на войну обрушил дождик. Этот дождик проливной, местный бог от взрывов злее, из созвездия Водолея на войну обрушил дождик, этот дождик проливной. Дождь идет в горах Афгана, это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды. И дождю, подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды. И дождю, подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды. Спасибо. Спасибо. Так, песня, не знаю, почему она всем нравится. Тоже афган, конечно, там. О безрадостной судьбе первые три месяца. Там каскадеры, это команда, которая занесла черта на кулички. Вот если бы не друзья, не вертолетчики и комбаты, Слава Московский из полка, ну и хоть вешайся, значит. Вот. Не, это тоже, но это другая. Сейчас, это другая. Нет, это такая, она более... Ну, ты знаешь ее, там уже написано. Кому-то коньячок и осетринка, и пиво запотевшего бокала в речке Кокча водится Маринка. Костляве рыбы в жизни не едала в речке Кокча водится Маринка. Костлявой рыбы в жизни не едал,
И где-то рано утром после пьянки домой плетется интеллектуал, а в Файзабаде водятся фаланги. Я твари ядовитей не видал, а в Файзабаде водятся фаланги. Я твари ядовитей не видал. И ведь где-то даже женщин обнимают, которые не стоят ничего, ну не чека, а в Файзабаде по ночам стреляют. И пули пролетают сквозь окно, а в Файзабаде по ночам стреляют. И пули пролетают сквозь окно, пускай пешком и даже без патронов. Но я в союз бы с радостью ушел, но в Бадахшане водятся шпионы, которых я пока что не нашел. Но в Бадахшане водятся шпионы, которых я пока что не нашел. Саша, а то, что который говорил, это еще не менее грустная песня. Там-то хоть пиво, там воспоминания, фаланги, маринки, а тут вообще ничего. Эх, куда же ты попал, каскадер? Что ни шаг здесь, то дувал, то забор. За дувалами ханум и духтар, а над крышами солярный угар. За дувалами ханум и духтар, а над крышами солярный угар. И шаки орут с утра до темна, им с мечети подвывает мула. И слоняются весь день рафики от базара и до Кокчерики. И слоняются весь день рафики от базара и до Кокчерики. Здесь, не ведая тревог и забот, в чиханечи гоняет народ, обсуждая целый день, что почем, а душманы вроде им ни почем. Обсуждая целый день, что почем, а душманы вроде им ни почем. А это что за чучело в паранже? Двух валов гоняет вдоль и по меже. А эта женщина, афганская мисс, обрабатывает землю под рис. А эта женщина, афганская мисс, обрабатывает землю под рис. А у дуканщиков басмаческий вид, ободрать тебя любой норовит. Вот дать бы в лоб ему, да только нельзя, потому как революция. Дать бы в лоб ему, да только нельзя, потому как революция. Автоматы заржавели давно, про войну мы видим только в кино. Кино называлось «Бабек». А из центра на туркменском языке, а из центра за приказом приказ. Еще пират 20 века, правда, на русском. Не пускать на операцию нас. А из центра за приказом приказ. Не пускать на операцию нас. Ну, слава богу, БТР на ходу. До Майдана как-нибудь доведу. Вертолетчики, ребята свои, не дадут загнуться мне от тоски. Вертолетчики, ребята свои, дадут загнуться мне от тоски. А вы говорите, жизнью обязаны. От тоски мы поумирали. Знаете, что называли голубые князья их? Потому что какой-то дурак здесь решил, Министерство обороны, что они должны быть в своих голубых мундирах. А голубой мундир, это вот и нельзя было, их стреляли просто. Пока форму не поменяли, вот голубые князья. Ну, а мы переодеваешь, помнишь, да? Сначала оденешь, то во что туда. Кто подумал вертолетчиков, которые там основные воины в небе? Песня. Да, советник комиссар Комиссаров, да. Сейчас только вспомнить, так, подскажете, да? Ага. Подсказывайте, вы же знаете, Люб. Звали нас высокоблагородие, как-никак, а русский офицер. А теперь какая-то пародия, по собачьи кличут мушавер. А теперь какая-то пародия, по собачьи кличут мушавер. Раньше рестораны да шампанское,
вина хоть по вкусу выбирай. А теперь отрава пакистанская, хочешь пей, а хочешь вливай. А теперь отрава пакистанская, хочешь пей, а хочешь выливай. Чё там? А, раньше... Да. БТР и все на нем гуртом, да. Раньше кителя ремни скрипучие, конь-огонь под бархатным седлом. А теперь спецовка в лучшем случае, БТР и все на нем гуртом. А теперь спецовка в лучшем случае, БТР и все на нем гуртом. Женщин нет, а так одно название, чеков нет, так отпихнут ногой. Две собаки, вся моя компания, с ними порычишь и на покой. Две собаки, вся моя компания, с ними порычишь и на покой. Эх, звали нас высокоблагородие, как-никак, а русский офицер. А теперь какая-то пародия, по собачьи кличут мушавер. Песнь советников. Это не я написал. Вот, вот они там. Сейчас, еще одну, да, тут. А, да. Сейчас. Игорь, ну а вот, на БТРе можно, нет? А? А на БТРе? На бронетранспортере. На бронетранспортере? Давайте. На бронетранспортере? Да. Ну, это старый вариант, я не успел. Переделал, но что-то не на склад получилось по поводу барака номер один там, Ангелы Меркель и Оланда там. Оригинал, да. Ну, какая разница там от перестановки мест произведения меняется? Что снится нашим ворогам? Нам друг без всякой разницы, как за сандалим порохом, так дым пойдет из задницы. Эй, на бронетранспортере. Эй, на бронетранспортере. Элементарная фигня. Все их поползновениям. У нас что люди, что броня, крепки до обалдения. Эй, на бронетранспонтёре. Эй, на бронетранспортёре. На ихнюю истерику пойдем железным строем. Колумб открыл Америку, а мы ее закроем. Эй, на бронетранспонтере. Эй, на бронетранспонтере. Даль глядеть уверенно, и мы с тобою, брат, в гробу видали Рейгана и Обаму, и Мергеля, и все, и весь его сенат. Эй, на бронетранспортере. Эй, на бронетранспортере. Последнюю песню. Последняя песня. Вы извините, что лирики никакой не получилось практически. Вот за счет Гордеева только. Не получается, вроде праздник никаких тут вокруг. Тут лирика. Но это мало, что там. У меня же мечта, как у Мартина Лютера Кинга. У меня есть мечта. Лирический дел концерт. Без войны, без всякой, без любой. Но теперь финальная песня. Тоже Афганистан. Куда деваться? Как от любви, никуда. Кошмар какой-то, ну ладно. Когда мы на землю опустимся с гор, когда замолчат
автоматы, когда отпылает последний костер, какими мы станем, ребята, когда отпылает последний костер, какими мы станем, ребята, когда раскаленный остынет гранит, когда отгремят камнепады, когда наши души любовь исцелит, какими мы станем, ребята, когда наши души любовь исцелит, какими мы станем, ребята, когда мы вернемся в раздолье берез, где нервы стреножить не надо, где высохнет след от непролитых слез, какими мы станем, ребята, где высохнет след от непролитых слез, какими мы станем, ребята, какие удачи еще впереди, какие нас ищут награды, когда отойдет, отомрет от боли, какими мы станем, ребята, когда отойдет, отомрет от боли, какими мы станем, ребята, когда заболит к непогоде плечо, пробитое возле Герата, и память толкнется в висок горячо, какими мы станем, ребята, и память толкнется в висок горячо, какими мы станем, ребята. Спасибо. 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 Спасибо вам. Спасибо. И она нас тоже. Я люблю Советский Союз. Я тоже. Все это называется Россия. И Советский Союз. Конечно, пели. И раз примежу Белоруссии, России и Украины, и особенно восточной, это не мы придумали, и не нам. Мы не делим ничего друг с другом. Все мы. Русь великая, Русь изначальная. А русские прилагательные. Вот вы не найдете немецкий немец, а мы не русские, мы русичи. А вы назовите мне вот, где еще коренная националь? Да не коренная, называется прилагательным. Где еще одну страну? Нигде. А мы кто там? Среднеземцы, черноземцы, россияне, хрен знает кто. Росы мы. Да скифы мы, да азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами. Знаете? Миллионы вас, нас тьмы и тьмы и тьмы. Склонитесь перед нашими мечами. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами. Вот и все. Никто не покорит никогда. Никогда.